Прошло 7 дней со дня наступления священного месяца Рамадан. В этом году он выпал на раннюю весну. Отметим, что ежегодно дата Рамадана меняется, так как исламский календарь подчиняется лунным циклам. Эта система отсчета месяцев отличается от системы традиционного григорианского календаря. Мы с нашей съемочной командой решили узнать, тяжело ли соблюдать пост нашим горожанам. Не знаю, я уже сколько лет, 10-15 лет сегодня держу. Но каждым годом все легче и легче держать. Потому что раньше же было летом, сейчас уже каждым разом приближаемся уже ближе к зиме, и погода хорошая, и держать, соответственно, легче тоже. Тяжело ли вам соблюдать пост, нежели в прошлом году? Нет, я даже не думаю отпускать уразу, и даже голод не чувствую. А другие дни как-то трудно бывает. Пост в этом году и вправду дается соблюдать в разы проще. Постящиеся гуляют, тренируются, занимаются обыденными делами без всякой усталости. Стоит подчеркнуть, что постятся не только взрослые, но и дети. Для кого-то из них это первый месяц воздержания. Скажи, пожалуйста, держишь пост или держала когда-нибудь? Держу, третий день уже. Третий день держишь. Легко ли тебе дается? Средне. Сколько тебе лет? 14. Ты держишь пост? Да. А сколько ты уже держишься? Сколько? 6 лет. Я с 10 лет. 10 лет. Тяжело ли тебе соблюдать пост, нежели в прошлом году? Нет, вообще легко. С первого дня, первый день было сложно, потом вообще не чувствуется голод. Вообще не чувствуется? Вообще. А что ты делаешь весь день во время поста? Чем ты занимаешься? Ну, гуляю, не знаю, помогаю друзьям там. Мне 12 лет. Скажи, пожалуйста, ты держишь пост? Да, держу. Сколько дней ты держишь? Еще сколько лет ты держишь его? Я держу где-то с 7-8 лет. Ну, и я каждый месяц держу, каждый день стараюсь не пропускать ни одного дня. В ходе социального опроса мы также решили поинтересоваться у наших респондентов, что они знают о священном месяце Рамадан. Месяц Рамадан – это самый такой месяц, считается, в исламе, который милостный, надо раздавать. Ну, это самый священный месяц. В месяц Рамадан прощаются грехи. В месяц Рамадан за хорошие дела даются больше награды. После 20 дней есть отрывок, 10 дней. Среди них есть одна ночь. Если в эту ночь просить у Аллаха прощения, Он тебе простит любые грехи. Это священный праздник Рамадан, который день, месяц которого все мусульмане должны держать пост в течение месяца, весь месяц. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».